400 населенных пунктов сосредоточено 40% промышленного потенциала. Высокому потенциалу сейсмической опасности в Республике Казахстан подвержены территории города Алматы, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбыльской, Галардинской, Мангиставской и Южно-Казахстанской областей. В целом, за 2010-2015 годы в Республике было сейсмоусилено 101 объект образования, 50 объектов здравоохранения и 100 производственных зданий. Сейсмоусиление многоэтажных жилых домов практически не производилось, за исключением 22 жилых многоэтажных домов Южно-Казахстанской области. Приоритетность сейсмоусиления учебных заведений и лечебных учреждений определяется не только ввиду нахождения в этих зданиях большого количества маломобильных групп населения, которые в силу своих физического состояния или возраста не могут принять адекватные меры спасения, но и тем, что школы и больницы предоставляют незаменимые социальные услуги. Они выполняют жизненно важные функции и во время, и после бедствий, так как в них зачастую размещается и получает помощь пострадавшая. Однако по республике в настоящее время сейсмоусиление еще требует 470 школ, 270 больниц, 198 детских дошкольных учреждений.